В Минске ко дню инвалидов проходит выставка продажи изделий, которые производят люди с инвалидностью. Творение сердцем объединило порядка 60 умельцев из различных территориальных центров социального обслуживания населения и социальных пансионатов страны. Здесь представлены изделия людей с инвалидностью, которые посещают территориальные центры социального обслуживания, проживают в наших социальных пансионатах. И вся суть выставки, она название «Творение сердец». Безусловно, это самый красноречивый язык, на котором люди с инвалидностью говорят с нами. Через свои работы, через свои картины, через свои изделия они так выражают и показывают нам, насколько они талантливы, насколько они умелы, насколько они действительно полезны и нужны обществу. В Беларуси уделяется особое внимание развитию творческих способностей и талантов людей с инвалидностью. Выставка продажи творения сердцем – важный шаг в деле привлечения внимания общества к вопросам инклюзии людей с инвалидностью посредством раскрытия и продвижения их творческих способностей. Мне кажется, вот такую инициативу нужно продолжать, потому что я когда зашла, я была крайне удивлена, потому что действительно, ну столько всего красивого, здесь очень много уже изделий, которые можно приобрести в канун Нового года в подарок, поэтому всех приглашаем, придите, поддержите наших ребят, поддержите их творчество, и пускай этот Новый год и этот подарок будет показывать широту нашей души. На выставке продажи много интересного: швейные изделия, картины, продукция из глины, гипса и дерева. Помимо самой выставки, гости могут поучаствовать в мастер-классах. А давайте звездочку, потому что мы с вами звездочки. Ну, да. Еще сердечки добрые. Так. Глазурь бывает разного вида. Она есть жидкая, заливочная и контурная. Например, чтобы работать с глазурью, мы держим как морковку ее. Вот так вот. Отлично, посмотрите. Она еще лучше, чем у меня. Но это вы уже... Не-не-не, вот видите, сосредоточенность. Вот у вас очень символично, как раз у нас, можно сказать, предновогодняя пора начинается. Я вижу много украшений таких. Вот расскажите, кто их делает, как их делают? Ну, мы приехали из Могилевской области, город Бобруйск, Бобруйский социальный пансионат Каменка. Все изделия, которые здесь представлены, сделаны нашими инвалидами. Люди с особенностями психофизического развития. Деньги от продажи этих изделий, они поступают на счет пансионата и используются в качестве премирования тех же самых проживающих, подарков, каких-то поездок. То есть мы им покупаем то, что они хотят. Вот этот венок из природного материала 15 рублей стоит. Вот такой вот венок. Правильно же я все понимаю до сих пор, да? 15 рублей. 15 рублей. Вот такой красивый, большой новогодний венок. Надо брать. Я серьезно? Да. Куда вам переводить? Все, мы тут закончили, я покупаю. Уйти отсюда с пустыми руками просто невозможно. У меня уже в наличии венок и пряник. Но мы встретили Надежду, нашу коллегу, которая, я смотрю, тоже уже что-то прикупила. Что же у вас там? Ну, ожидаемо в Гродненской области я решила устроить шопинг. Я неравнодушна к этому региону. А прежде всего, вот здесь на старте есть прекрасная викторина. Нужно сложить районы Гродненской области в правильном порядке. Вот даю такой сувенирчик небольшой. И, конечно, свечи. Вот уют в ваш дом, такая прекрасная свечка. Тут есть, кстати, и с ароматами, и без. То есть при желании, если вы любите всякие пахучки, лаванду и все прочее, можно подойти и реально подобрать то, что по вкусу. Самое главное, цены очень демократичные. Сколько свечи стоит? Вот, вот это вот стоит 5 рублей. Всего 5 рублей свеча. Работа, все сделано с душой, и люди это, в это вкладывают свое сердце. Выставка будет работать в атриуме Первого национального торгового дома до 1 декабря включительно, поэтому обязательно тут побывайте, и вы поймете, что творчество не имеет границ. Ульяна Ярмоленко, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».